Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил свой первый после переизбрания визит в Турцию. После встречи тет-а-тет с президентом Реджепом Таипом Эрдоганом он принял участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, по итогам которого состоялось подписание ряда двухсторонних соглашений. На итоговой пресс-конференции Ильхам Алиев напомнил, что Турция полностью поддерживает Азербайджан в вопросе карабахского конфликта и выступает за восстановление территориальной целостности страны. Президент Эрдоган, в свою очередь, рассказал, что стороны намерены расширять сотрудничество в военной и оборонной сферах.